Приветствую вас всех, уважаемые подписчики, а также просто зрители моего канала. Меня зовут Дмитрий, и сегодня мы вновь с вами посещаем поля боя в игре World of Warcraft. Так, и сегодня на повестке дня у нас каньон суровых ветров, где у нас будет задача как минимум удерживать две точки и таскать тележку от вражеской базы и одновременно оборонять свою тележку, ибо здесь по мере того, как твоя команда зарабатывает очки, ты можешь легко все потерять, если отпустишь тележку. Каждая тележка, забранная врагом, передает ему очки твои же, которые заработал ты своим честным трудом. Как это у нас выйдет сейчас все проделать одновременно, я не знаю, ибо это поле боя довольно сложно для пук-пати, это когда все собираются рандомно. А у нас все как раз так и собраны. Как вы видите, у них есть один, по крайней мере, точно один хил. Он наверняка и будет таскать телегу, либо он будет находиться рядом с тем человеком, который будет нести ее. По-другому здесь просто никак. Так, ну у нас зато, знаете, довольно много магов, а маги — это настолько убойная сила, когда хотя бы один может спокойно разогнаться в цель, что просто словами вам это не передать. Так, что у нас тут имеется на деле? Так, ладно. Ох, чуть-чуть до хилки не добежал, но я очень старался. Так, смотрим, наши забрали две точки, забрали тележку. Идем к успеху, теперь нам надо прибежать быстро на нашу основную точку и постараться не дать забрать телегу. Главная идея фикс, которая у нас сейчас присутствует. Единственная проблема, когда вот так вот забирают, так сказать, телегу. Видите, у орды всего 48 очков, по сути. Он сейчас везет ничего. Ладно, посмотрим, что из этого выйдет. Тем более, что ребята у нас, как я вижу, довольно сильные, раз смогли так хорошенько повоевать. А у противоположной фракции так себе. Мне пришлось только сейчас нанести один лям урона, чтобы хоть как-то убить одного лока. Мне его засчитало. Вообще есть такая проблема в игре, когда враги умирают от моего яда, мне ничего абсолютно не засчитывают. И я уже с этим сталкивался. Бесит неимоверно. Но тут ничего не поделать, придется терпеть. Сейчас вас засчитало, и вот я не пойму, то ли я убил его добиванием, уже не помню, надо на повторе посмотреть, то ли как-то так, по-особому. Так, к нам уже идут. Или, по крайней мере, посматривают на нас. Или это за кладбище их? Так, ну ладно, пока непонятно. Давайте просто будем делать то, что мы делаем, в частности, охранять данную точку. В этом поле боя я довольно много ачивок не сделал, просто потому что я тут не часто был, только 4 победы у меня. Штурмом рудник возьмять. Взять штурмом вагонетку. Ну да. Так, не пугай меня, маг. Я уж подумал, что к нам прилетел товарищ. Попробовать нас убить. Хорошо, так, надо бежать сейчас к центру, а там паладина прессует
всей толпой. Толпа. Да, его сейчас просто убьют. Это хил. Тут нельзя дать ему разогнаться всем. Так, забираем точку. Скорее всего, я заберу. Все, до свидания. Наши уже там закрепились практически по всей территории врага, именно поэтому я не считаю нужным сильно напрягаться. Я пойду на свою нижнюю точечку и буду смотреть, что я там могу сделать. Ну, по совместительству помогу еще магу здесь. Так, мне постоянно надо в бою с таким противником поддерживать на себе хилящие заклинания, иначе он меня просто порвет. Да. Парень шел к успеху. Чувствуется, да, его сила? Так, мага убили буквально в двух шагах. Это я виноват, что я отвлекся. Не вздумай взять только точку. Так, отбежим, давайте похилимся. Оп, оп. Так, чем дольше я буду умирать, тем больше у парней будет способностей. Так, ну вот видите. Дольше умираешь, больше очков у твоей команды. По крайней мере, очень старался сделать так, чтобы долго умирал. А как это вышло на самом деле, ну, тут уже судить вам, зрителям. Я очень так сильно не мог нанести там много урона. То есть я мог бы сфокуситься на одной цели, может быть, я бы его слил, но на самом деле было бы очень тяжело это проделать. По крайней мере, не в том виде, в каком я сейчас. Так, я бегу мимо нашей вагонетки, да? Точнее, нашего несущего. Надо бы идти к нему как раз. Так, стой, 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 ДК, не надо так делать. Во-во-во, братиш, потише. Все, до свидания. Хан, спокойно неси. Я верю в тебя, Хан. Говорится, я рядом. По сути, ему же точки, как собаке, пятая нога, вот серьезно вам говорю. Главное сейчас принести вот эту вот вагонетку. Даже с одной точкой у нас все хорошо, мы сразу побеждаем. Довольно быстро, кстати. Неожиданно. Спасибо, думаю, за это нашей сильной команде, которая просто выносила всех. И вот этот вот чернокнижник, он, видели сами, стычки убивал. 5 миллионов урона нанес. Я с ними даже рядом там не стоял. Ну и хилу, конечно же, спасибо. Ладно, на этом, я думаю, мы закончим. Спасибо вам всем большое за просмотр. До скорых встреч. Всем пока.